Неспокойная Европа. В Бельгии и Великобритании этой ночью атаковали силовиков. Что это было? Теракты или хулиганство? Подробнее Татьяна Лугунова. Поздний вечер пятницы. Брюссель и Лондон. В столицах Бельгии и Великобритании практически одновременно произошли похожие инциденты. Вооруженные ножами молодые люди совершили нападение на силовиков. В Брюсселе мишенью стал военный патруль, который нес дежурство в самом центре города. Один из прохожих неожиданно достал нож и с криками «Аллах Акбар» набросился на военнослужащих. Он успел нанести солдатам легкие травмы, затем те открыли ответный огонь. От полученных ранений нападавший позже скончался в больнице. Его личность уже установили, это гражданин Бельгии сомалийского происхождения. Полиция квалифицирует атаку как теракт. Британские силовики с выводами не спешат. Хотя там произошло почти идентичное нападение. Вооруженный ножом мужчина набросился на полицейских, которые патрулировали окрестности Букингемского дворца. Нападавшего задержали и в ближайшее время допросят. Но показательно, что расследованием этой атаки занимается контртеррористическое подразделение полиции Лондона. Несмотря на то, что сценарий похож, власти Бельгии и Великобритании не думают, что атаки как-то связаны между собой. Уровень террористической угрозы в этих странах тоже пока не повышают, но охрана туристических достопримечательностей и государственных учреждений усилена. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер».